Уже более 69 тысяч пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано без малого 71 тысяча человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели почти 1 488 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Россия отменила ограничения на въезд на территорию страны для иностранных спортсменов, тренеров и специалистов. Достаточно иметь документ, удостоверяющий личность и визу, тип которой соответствует цели поездки. Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах. Въезд в Украину для иностранцев закроют до 28 сентября. Решение начнет действовать с полуночи 29 августа. Ограничение не коснется имеющих вид на жительство в Украине, иностранцев, следующих транзитом, студентов украинских вузов и дипломатов.